Итого по два сцены, друзья, подтягивайтесь поближе, нам должно быть больше, и мы все вместе должны друг друга поучаствовать в этом прекрасном празднике. Давайте мы с вами все вместе сейчас порепетируем, как мы будем встречать парад наших творческих семей. Согласитесь, семейное счастье – это самое важное, самое ценное, что есть в жизни. Так давайте людям, которые к этому неравнодушны, подарим им свои аплодисменты. Давайте вот сейчас прямо на раз, два, три порепетируем. Готовы? Все готовы? Итак, начинаем. Раз, два, три. Аплодисменты ваши, мы не слышим. Почти, почти вы готовы. Спасибо. Мы увидим, что все потихоньку начинают подтягиваться. Друзья, если мы увидим первых участников, это значит, аплодисменты должны никогда не заканчиваться, но, по крайней мере, до самого крайнего. Ну вот, вот они, герои парада коляшек. Они уже пришли к нам. И давайте еще раз, финальный, подарим бурные аплодисменты, друзья. Ведь это гимн семейной гармонии, совместного творчества. И это подтверждение того, что миром правит любовь. Она в глазах родителей, смотрящих на своих очаровательных малышей. Она в глазах детей от внимания к ним и радости.